Мы на месте. У нее на руках и на ногах спирали какие-то. Спирали. Хорошо. Мы приветствуем Лиану, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, сканер, просканируй Лиану, отключи эти спирали в руках и ногах, выведи их из биополя. Если есть сопутствующие чипы, датчики, отключи их тоже и выведи из биополя. Как все выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Не только на руках, уши и горло еще спирали. Уши, горло. Она больше говорит, чем слушает. Готово в клетке все. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лианы, под ногами 360 градусов, вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лианы, находит все. Гуманоид, 2 крея. Подожди, это не гуманоид. Снимаются маски и голограммы. Сущность представится гласно своему эфирному коду ДНК. Репт. Репт, ты что, сумасшедший или что? Ты что здесь устраиваешь? Иллюзию. Мне? Всем. Хорошо, рептилоид, я тебе сделаю иллюзию. Получает удар 100 тысяч герц. Удар. Ну, перегнул пополам. Это тебе предупреждение. Если ты еще раз попытаешься что-то в этой комнате подобное сделать, я тебя уничтожу. Он говорит, что так резко терять энергии – это неприятно. Я тебе покажу сейчас более неприятную вещь. В моих руках появляется шар живой плазмы. Могу тебя не бить. Просто отдам тебе этот шар, и на этом все закончится вместе с Греями. Греи, хотите? Он сожжет мою энергию, значит, опустошит меня полностью. Он сожжет твою ДНК. Не есть... играй с этим. Рептилоид, кто начал из нас играть? Напомни мне. Ты мне создавал здесь иллюзию? Я тебе показал, как я реагирую на такие иллюзии. Если тебе что-то непонятно, я сейчас усилю воздействие в 10 раз. Я понял. Хорошо. Итак, у нас гуманоид, рептилоид, 2 грея. Кто еще, Вера? Гуманоида нет, это рептилоид. Это рептилоид. 2 грея. Хорошо, я просто записал уже. Рептилоид, 2 грея. Дальше. Дальше хамелеон, джин. Какой? 4500. Хорошо. Дальше. Все. Итак, у нас рептилоид, 2 грея, хамелеон и джин 44500, да? Да. Какой у нас джин? Синий или уже полузолотой? Синий. Синий. Хорошо, джин. Начнем с тебя. Как долго ты находишься в этом биополе? Джин находится в доме 2 года, а в ней находится год и 2 месяца. Сколько находился хамелеон в этом биополе? Что он пыхтит весь, приседает. Спортом занимается или что? Он таким путем выдает информацию. Приседает и дает информацию. Но цифра из него выходит. Итак, сколько хамелеон? 2,5 года. Хорошо. Наверное, он считал. Понятно. Грей с рептилоидом и этой конструкцией спирали. Сколько вы находились в биополе? 3 года. Какая цель этих спиралей? Подключить на нашу волну. Полностью биоробот, мозг, тело, распространить нашу информацию, разговоры, делах. Эти спирали, они как антенны высоковольтные, притягивают слушателей. И она дает информацию вашу, которую вы ей посылаете, трансфери. Настраивается и говорит. Хорошо. Объясни мне, о какой вашей информации идет речь? Если ты хочешь донести до людей, я готов тебя услышать. Информация поступает своевременно. Не весь текст написан. Многих раздражает энергии высоковольтные. А какая это информация? О чем идет речь? Что вы по чуть-чуть передаете? Вашу идеологию или что? Мы придем. Да вы уже здесь. Куда вы придете? Вы рабы. Мы рабы, а вы придете, да? Вот эту информацию? Да, в мягком виде. Понятно. Подчиняйтесь. Вам? Да. А как я тебе могу подчиниться, если ты находишься у меня в клетке тюрьмы? И твоя судьба лежит в моих руках. Как я могу тебе подчиниться? Ты не замечаешь тут проблему с логикой немножечко? Нет, не замечаю. У тебя нет спиралей.
Таких, как у тебя? Таких, как у нее. У меня есть другие возможности. Я могу к матрице подключиться намного эффективнее. А ты не можешь. Я об этом и говорю. У тебя есть другие расширенные возможности, которых нет у всех. Это мы не подключаемся ко всем, к определенным. А чем она вам подошла, именно она? Почему она? Что в ней такое, что вас заинтересовало? Любопытство и любознательность. Две разные вещи. Любопытство ведет к проблемам. Любознательность ведет к знаниям. Тут я не могу возразить. Хорошо, поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Лианы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Выстраиваю каналы к этим спиралям. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лиане. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Этот рептилоид, он продолжает говорить. Хорошо. Он говорит, что эти спирали были установлены медленно, одна за другой. И в действии они последние 4 месяца. Хорошо. Как она ощущала на физическом плане? Какой был дискомфорт? Они подключались медленно, поэтому у нее не было большого дискомфорта или резкого дискомфорта. Ну, тут я должен возразить, потому что у нее были кошмарные сны, вызывающие смущение, непонимание и сомнения. Когда она просыпалась, она засыпала, и сон продолжался с этого момента. Это же ваша работа была. Наша. Ну, а ты говоришь, нет дискомфорта. У нее нежелание что-либо делать. Финансовое благополучие ухудшилось. Но это, я полагаю, благодаря Джину. А, Джин? Зато у Джина улучшилось. Зато у Джина улучшилось. Хорошо. А Джин в курсе, что я могу сейчас забрать у него сосуд с деньгами? И челму, и все кольца, и все, что магическое у него есть. Он в курсе об этом? И у кого тогда что улучшится? Объясни мне, Джин. Джина легко обидеть. А Джина легко обидеть? Понятно. Хорошо, Джина любой может обидеть. И у меня еще один вопрос к вам всем, пока идет реверс. Насчет детей. Кто помогал детям, что они постоянно бились у них и болеют, получают травмы и болеют? Есть там кто-то из вас? Нет. Или это... Хорошо. Возможно, интерференты, которые в детях сидят. Хорошо. Как с реверсом, Вера? Посмотри, пожалуйста. Закончит. Хорошо. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Лиана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Лиана себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Рептилоид с Греем, вы присутствуете в квартире, в доме? Присутствует. Джин присутствует. И Джин присутствует. Хорошо. Ну и когда на ваш порядок настанет в нашем время исчисление, рептилоид? Скоро. Ну, скоро это относительно. 1 000 000 лет это тоже скоро. Все меняется гораздо быстрее на Земле. Вы готовы принять неизбежное? Позволь все-таки возразить. Я, например, не готов. Точно так, как и другие люди. Готов. Информации на Земле достаточно. Вы готовы понять, кто главный на Земле? Кто главный на Земле? Серьезно? И кто же это? Кто правит балом. О, так вот даже. Ой, у меня вчера был точно такой же ящер, как ты. Точно так же рассказывал. Чуть ли не властелин всего на свете. И мы жалкие людишки, мы обязаны вам подчиняться. Закончилось это 2 дырками в его биополе. После этого забрала его межгалактическая полиция, и он очень не скоро еще выйдет. Если он выйдет вообще. Вот такая ситуация печальная. А ты говоришь, какое-то неизбежное, к чему-то готовишь. Хорошо, придет момент, посмотрим. Реверс закончен. Хорошо, мы все забрали. Сканер, просканируй полноту души Лианы на настоящий момент. 100%. Отлично. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все, что ты связал, где-то что-то отвязывай. Не говори мне, что что-то забыл, потому что это все будет проверка, проведена сканером несколько 1 000 000 герц. Если вдруг что-то останется или найдется, импульс пойдет прямо в клетку-тюрьму. Можешь сгореть очень быстро.
Готово. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? Сердечное или живот? Живот. Понятно. Вытаскивай оттуда свое гнездо, все, что у тебя там есть, отключайся, возвращайся назад. Вынес все, у него как коврик, какое-то место. Хорошо, Грей, на вашей чистоте осталась еще конструкция. Есть подключки? Нет, все, выберу. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию лианы с рептилоидом, Греями, этими спиралями, хамелеоном и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. А как вы собираетесь прибывать в этот мир, рептилоид? На космических кораблях, как в кино? Зависнете над городами, начнете там манипулировать? А разве мы не зависли? Тебе ли не знать? Ну, я вас вижу. У меня такое ощущение, что вас здесь больше, чем нас. Что вы под землей делаете? Я не пойму. Что вы постоянно оттуда вытаскиваете? Там есть какие-то энергии полезные для вас или как? Есть хранилище и города. Ну, понятно. Хорошо. Закончилась рассинхронизация. Вы раньше людей были на Земле? Скажем, раньше первых людей? Или позже? Человек менялся. Цивилизации менялись. Сложно ответить, кого ты имеешь в виду. Я имею в виду цивилизация рептилоидов. Вы находитесь как долго на Земле? Когда кто уже здесь находился? Были цивилизации или вы пришли после? Были. То есть вы пришли уже после первых цивилизаций, которые были на Земле, да? Да. Понятно, хорошо. Жители были, когда мы пришли. Жители были. Хорошо. Итак, рассинхронизация закончилась. Включаем внутренний биосвет Лиани. Этим светом нам выдавливаете себе все негативное, патогенное, низковибрационное, находясь на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар перед ней. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Лиане, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Джин, сейчас я открою портал в дом. Ты соберешь все, что ты там оставил. Я приду, проверю, открою тебе портал, и ты уйдешь на свою чистоту. После этого я буду запечатывать и дом, и земельный участок. Ты больше туда не сможешь войти. Все понятно? Понятно. Открывая портал в дом Лианы. 1, 2, 3. И Джин уходит в этот портал, собирает все, дожидается нас. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хамелеон, ты больше не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно, он фыркает. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. 1, 2, 3. И хамелеон забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь интересные рептилоиды, два Грея. Спирали установили на руки, ноги, уши, горло. Готовили человека к поглощению, порабощению, чтобы она говорила своими устами и доносила людям, так сказать, информацию от этой великой расы, как они себя считают. Трансформационная станция. Да. В доме обязательно все снимите. Мы обязательно все уберем, да. Мы заберем все. Хорошо, благодарю тебя. Готов. Поехали дальше. Хорошо, Лиана, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущности? Энергия во мне, как искра, разожглась и разлилась по всем телам. Спокойно мне, уверенно, какая-то внутренняя любовь проснулась. Отлично. Это вы почувствовали просто свою родную энергию, свою душу. Сейчас мы будем приглашать вашего куратора и зададим ему 10 вопросов, которые вы нам передали. После этого мы перейдем к чистке вашей квартиры. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Лианы. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лианы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Приветствуем. Меня зовут Оля. Оля. Да. Вы куратор Оля? Да, я куратор.
Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, убрали все, что ей там мешало. И вот у нее 10 вопросов остались, которые она хотела бы вам задать. Будьте ли так любезны ответить на эти вопросы? С удовольствием отвечу на вопросы души. Благодарю вас. Первый вопрос. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Созвездие Лира. Лирианка. И мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю. И хочу заметить, что здесь приятно находиться. Благодарим вас. Идем дальше. Пожалуйста. Как выглядит и как работает моя энергия? Ты почувствовала свою энергию. Выглядит она как белый цвет. Проще показать, чем объяснить. Это не совсем белый цвет. Скорее свет. Но он глубокий. Наполнен определенными цветами. Цвета — это энергии внутри, они живые. Именно так выглядят твои энергии. Внутренний свет энергетический. Созвездие Лиры — это звезды. Каждая несет свою энергию и, в общем, составляет созвездие. В тебе есть все энергии каждой звезды. То есть маленькое созвездие Лиры внутри ее. Переплетены энергии и сгармонизированы. Мы еще слышали, они издают очень приятный звук, когда они соприкасаются между собой. Именно поэтому невозможно описать свет. Свет постоянно меняется, но этот цвет светлых тонов. Я бы хотел уточнить, что невозможно описать свет, так как это зависит от настроения и гармонии внутри человека. Созвездие Лиры и энергии внутренней можно только почувствовать, если ты посидишь в тишине и обратишься к своей душе. Ты спокойно почувствуешь и, конечно, увидишь то, о чем я говорю. Живые энергии. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Оля. Очень развернутый и замечательный ответ. Третий вопрос. Какой уровень моего высшего я? 11 уровень высшего я. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каковы мои главные душевные задачи? Главные душевные задачи. В первую очередь расправить свою лирианскую душу, расширить ее изнутри, глубину, не снаружи. Изнутри разрастить свои энергии и сгармонизовать с энергиями Земли, прочувствовать лирианскую душу на планете Земля, подключившись к энергетическому полю Земли. Таким образом, ты сможешь понять и получить определенную информацию планеты Земли, ее историю, энергии флоры и фауны. Ты почувствуешь земную жизнь сначала через руки, сидя на земле. Это может быть зеленая трава, но эти вибрации нужно научиться чувствовать. Конечно, нужно начать с внутренних энергий и потом соединяться и гармонизироваться с энергиями планеты Земля. Это очень интересная задача – соединяться с определенными объектами и чувствовать душу планеты Земля. Но сперва, как я сказал, тебе нужно углубиться, нырнуть в свою глубину, подключая визуализацию и, как сказали интерференты, любознательность, осознанность, вникать в каждое слово, слушать. Это то, что тебе не хватало для полного развития. Ты узнавала поверхностно, информацию получала поверхностно, не вникая. Задумывайся над информацией в глубине, внутри себя. Это важно. Я закончил. Вообще душа вполне в состоянии сама чувствовать правду или неправду.
просто общаясь со своей душой, она может понять, эта информация для нее полезна или не полезна. Можно так сказать? Можно. Для этого нужно нырять. Для этого нужно выйти в глубине и смотреть из глубины. Иначе будет поверхностная информация. Мы еще называем это праздным интересом. Да. Это опасная вещь. Я благодарю вас, уважаемая Оля. Вы хотели добавить еще что-то, или мы можем идти дальше? Дальше. Благодарю вас. Следующий вопрос. Пятый. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Я упомянул выше о важности слушать и анализировать информацию, прорабатывать внутри себя и слушать сердце. Это основное, что нужно научиться делать. Слушать, слышать и анализировать. Но это уже определенный уровень осознанности должен присутствовать. Благодарю вас, уважаемая Оля. Можно дальше продолжать? Пожалуйста. Шестой вопрос. Какие ценные таланты моей души я сейчас не использую? Много талантов и энергии души ты не используешь, потому что не познала себя, не увидела свою глубину. Я уже рассказал о нескольких практиках Высшей, в том числе. В числе соединения с энергиями Земли. Начни с визуализации своих родных энергий. Постарайся прочувствовать их в биороботе. Только прочувствовать эти энергии, ты сможешь понять, о чем я говорю, и движение к развитию начнется. Благодарю. Благодарю вас. Она уже ощутила после сегодняшней чистки это ощущение наполненности и спокойствия. Тонкая копия, да. Тонкая копия. Биоробот должен услышать и подключиться к лирианским энергиям через энергетические тела, умственные органы или же мозг, душа должны быть сгармонизированы. Не должно быть напряжения. Слушать себя внутри, сердце, душу. Разговаривать с душой, задавать вопросы. Душа реагирует. Это энергия, которая наполняется, живет, расширяется благодаря работе над собой. Расширяя эти энергии знанием, вернее, осознанностью. Ты сама становишься душой. Твоя радость, позитив и гармония выливаются и передаются окружающим. Мир меняется благодаря тому, что ты слышишь себя, свое внутреннее состояние. Я благодарю вас за это замечательное разъяснение и дополнение, уважаемый куратор Оля. Я могу продолжать? Пожалуйста. Седьмой вопрос. Просканируйте, пожалуйста, мое энергетическое тело. На какие органы мне нужно обратить внимание? Энергетическое тело наполнено и вибрирует. Я просканирую твой биоробот. Горло было повреждено. И чакры. Обрати внимание, чакры. Сердечная и горловая. Сердечная. Опустошена. Я объясню, в чем дело. Нет глубины и знания себя. Есть интерес и информация, которую ты хочешь получить. Но без внутренней активации, наполнением родной энергии, ты не получаешь эту информацию полностью. Она отлетает от тебя. Ты слышишь только крупицы. Поэтому нужно слушать извне, изнутри души. Горловая чакра. Здесь в биороботе собираются узлы, я бы это так назвал, связанные из гормонов. Это реагирует на разные другие органы настроения и имеет связь с другими чакрами, стреляя этим настроением. Поэтому береги горловую чакру,
больше слушай и анализируй. Все энергетические центры должны быть в гармонии друг с другом. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Каковы мои особые исцеляющие способности и как я могу их использовать? Ты все делаешь правильно, но, как я уже сказал, подключи себя сюда иллирианские энергии. Не забывай, что они протекают везде, в тебе. Через руки ты можешь пропускать энергии родной Лиры. Со временем ты научишься получать энергию Земли, гармонизировать ее. Это очень сильные энергии. Гармонизируя их, ты научишься излечать себя. Кроме лирианских энергий, должно быть намерение. Намерение — это твоя сила, знание и понимание природы вещей, а также своих энергий. С первого вопроса я объяснил, как визуализировать и на что похожи энергии. Это и есть их глубина. Без этого знания и намерения все будет в маленьких количествах. Как я уже сказал, крупицы будут поступать, но не будет поступать основа и гармония, которую нужно чувствовать и знать. Сейчас ты используешь 5% своих энергий, так как тебе нет глубины, а поверхностные знания. Ты интуитивно делаешь правильные вещи, но без глубины это только 5%. Подключай сюда свои энергии, оживляй их. Как я сказал выше, они живые. Чувствуй их, визуализируй. Слушая это сейчас, ты начинаешь чувствовать покалывание в своих ладонях. Это твои энергии. Живые энергии. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Оля, за этот замечательный ответ. Девятый вопрос. Что еще я должна знать, о чем не подумала спросить? Очень много знаний существует. Я отвечаю на твои вопросы. Было передано очень много информации, которую тебе нужно проанализировать. Основные действия я рассказал. Да, сейчас ее очередь выполнять домашнее задание, как у нас говорится. Я думаю, она ответит на очень многие вопросы со временем сама, по мере своего продвижения. Благодарю вас. Вопросов будет много, это правда. На многие найдутся ответы из глубины. Как я сказал выше, только почувствовать ты поймешь, о чем я говорю. Только так. Благодарю вас, уважаемый куратор Оля. Можем идти дальше? Пожалуйста. У меня остался последний, десятый вопрос. Как я могу связаться с тобой, мой куратор? Знаки вокруг тебя указывают тебе мои ответы. Твоя интуиция находится на правильном пути. Дальше. Энергия Лиры, которую ты почувствуешь в руках, может привести тебя к связи со мной. Но вопрос должен быть короткий, отвечающий на ответ «да» или «нет». Так налаживается связь. В дальнейшем, если связь наладится, телепатически ты будешь получать ответы. Информация будет идти другим потоком в любом состоянии. Я имею в виду, не обязательно будет входить в определенное состояние или медитацию, чтобы услышать меня. Потому что ты не будешь зависеть от внешнего мира и шумов. Ты будешь внутри себя, в глубине себя. И здесь связь с Лирой намного сильнее. И я слышу тебя, но и ты будешь принимать чистую информацию по каналам энергии Лиры. Благодарю. Если позволите еще два слова добавить. Ответы куратора не стоит анализировать. Первый ответ всегда самый верный, который идет. И по мере поступления информации ответ уже, так сказать, сразу
появляются. Главное не делать длинных таких предложений, тогда все будет получаться великолепно. Благодарю за это добавление. Я не думал, что это так важно. Это очень важно. Я думал, это и так понятно. Безусловно, но, к сожалению, об этом почти очень мало кто знает. И начинает анализировать и подключается к чему угодно, только не туда, куда нужно. Уважаемая Оля, вопросов не осталось. Остались заключительные слова вашей подопечной Лианы. И последнее, что я хотела, это поблагодарить моего куратора за его работу и любовь ко мне. С тех пор, как я начала работать со своим сознанием, я каждый день чувствую себя такой любимой, как никогда в жизни. И каждый день я посылаю вам обратно энергии благодарности, любви. И очень надеюсь, что вы получаете их и чувствуете их. Спасибо вам за то, что вы со мной. Как я сказал, я слышу тебя, и ты научишься слышать меня из глубины. Благодарю вас. У вас был опыт, Оля, на Земле? Да, несомненно. Это чувствуется, поэтому, почему я спрашиваю, у нас в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Оли, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту сегодняшнюю встречу, за его ответы и помощь подопечной, а также на добрые воспоминания об этой встрече. Прекрасный, сочный подарок. Я чувствую энергии этих плодов. Благодарю вас. Это замечательно. Все живое вокруг. Благодарю вас за эту встречу и приглашение в эту прекрасную атмосферу. На этом месте передавайте, пожалуйста, привет замечательному созвездию Лира. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны сделать свою работу, убрать все, что им мешает, на их пути открыть эту дверь, в которую они дальше уже пойдут сами. Я уточню, атмосферу я имею в виду энергетическую. Я понимаю, безусловно, конечно. Здесь энергия арго присутствует. Поэтому, я чувствую их. Значит, вы подзарядились. Нам очень приятно, уважаемый куратор Оля. Очень часто кураторы теряют энергии, донося до своих подопечных информацию в виде знаков. В вашей же комнате приятно находиться, так как энергии и вибрации не падают ниже моих. Мы приглашаем вас использовать наш ресурс для помощи душам, которые готовы принять помощь. Благодарю за это приглашение. Благодарим и мы вас на этом месте. Традиционно мы не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, на дальнейшем этапе у Лианы возникнут вопросы еще к вам, или она захочет познакомиться со своим высшим я и задать ему вопросы. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на этот уровень. Благодарю за это приглашение. Благодарим и мы вас. Всего наилучшего, уважаемая Оля. Были рады этой встрече. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Лиана, мы закончили встречу с вашим куратором Оли. Вы получили все ответы на свои вопросы? Да, я пребываю в глубине. Мне так приятно. Вот это и есть родные энергии, так они действуют. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Прослушайте этот сеанс, мы перешлем вам еще после сеанса рекомендации по заправке энергиями и как сбрасывать негативы. Это все видели, в принципе, в этом сеансе. Все, о чем говорил куратор, в этом сеансе было. Поэтому работайте над собой, идите внутрь, слушайте свою душу, у вас все получится. Я больше чем уверен. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лианы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,